Так, шикарный да. Жакет! Шикарный жакет! 83 828, сухие цифры, быстро надо сказать. 2195 рублей. Это копейки, если бы вы видели его вблизи. Если бы вы могли его пощупать, как я щупаю Наташу прямо сейчас. Вы сможете это сделать, как только жакет к вам приедет, правильно? Потому что это очень важно. Ткань в данном случае нам важна максимально. Почему? Потому что мы надеваем на тело. Вообще все вещи, которые мы предлагаем, они отличного качества именно по ткани. Мало того, что это красиво, но это должно еще сидеть и радовать нас комфортом, уютом и удобством. А мне нравится, что это так стильно выглядит. Это да. Вот та самая вещь, которая вот неброская, но она добавляет настолько элегантности в женский образ. Поэтому, ну, Наташа... Как говорится, жакет рулит в данном случае. Вот. Что бы ты ни надела, поэтому нам важно, чтобы был какой-то важный акцент, который строит весь образ. Правильно, девчонки? Конечно. Поэтому мы можем под жакет надевать блузы какие-то, надевать джемперочки, надевать водолазки, топы, брюки, юбки, неважно. Главное будет жакет. Наташ, прости, вот нам показали размерную сетку, нужно мне срочно вклиниться. Вот видите как, появляется классный жакет, сразу два больших размера вылетел. Потому что модницы наши знают, на самом деле, что надо быстро-быстро складывать, как вот этот ягуар или вот пантера, которая была у нас на футболке. Леопардик. Леопардик, напрыгивать нужно. Но, друзья мои, с 48 по 60 у нас есть размеры. Звоните, успевайте, покупайте. Давайте посмотрим сразу цвета. Цвета у нас яркие, цвета необыкновенно красивые. Пойдем сразу от Володи. Пойдем. Наверное, да, вот этот пойдем фиолетовый вместе. Красивый. А мы ему закончим, потому что на мне именно такой цвет. Угу. Ягодный фиолетовый, винный фиолетовый, очень богатый, роскошный, дорогой. Потрясающе идет, девчонки, тем, кто в возрасте. Молодым девчонкам не очень. Сразу говорю, молодые девчонки пусть берут что-то более яркое. Дальше, вот тот самый вариант. Горчичный, с охрой, фантастически красивый цвет. Мы обязательно им будем пользоваться летом. Смотрим внимательно, выбираем именно его. Черный. Черный – это классика. Всегда он нам нужен, потому что мы будем носить именно черный вариант, не только как базовую вещь, как, да, какой-то casual, но и как выходного дня какой-то выбор. Да? И, естественно, бежевый. Без бежевого мы никуда. Бежевый у нас с холодным оттенком. Бежевый не полнящий. Это теплый бежевый полнят. А холодные оттенки, помним, они, наоборот, нас стройнят. Холодные оттенки стройнят. Темные оттенки стройнят. Девочки, все для вас в этой жизни, мне кажется, все делается. А главное, для вас сделали этот жакет. Фантастический пойдем жакет. Девочкам. Ну, беги, Наташ, беги, беги. Ребята, в этот жакет с выгодой 1795 рублей. Если вот у вас есть кошельки 1795, разложите их перед собой. Вот эти деньги останутся с вами. Но к вам приедет еще вот эта красота. Или вот эта красота. Или вот эта красота. Боже мой, какое просто обилие брюнеток сейчас меня восхищает. Итак, Наташка, ну вы классно. Обилие брюнеток, а цвета у нас разные. И каждый идет свой цвет, который мы выбрали. Правда? Правда. Потому что, посмотрите, я когда говорю на обязательно, девчонки молодые, берите яркие цвета, вот что я имею в виду. Между прочим, Юлечка скомбинировала этот жакет яркий. Посмотрите, вот с этой нашей блузочкой. Оно же джемперочек, оно же Гоша, оно же Жора и так далее. И, конечно же, что самое важное, у нас перфорация. Это вязаный жакетик, в нем есть такие дырочки красивые. Ткань, которую мы надеваем внутрь, она будет видна, просвечиваться. Это дает нам дополнительную глубину образа, глубину цвета и многослойность, которая девочкам размера плюс, вот как мы с Юлечкой, очень-очень идет. Многослойность, это для нас супер. Ну и, конечно, обращаем внимание на детали. Смотрим кармашки. Кармашки великолепные. И разрезики здесь. Они облегчают зону бедра, дают нам больше свободы движения. И, конечно же, смотрим внимательно вот на эти завязочки. Можно так вот, а можно как у Юлечки. Посмотри, здесь завязочки, здесь завязочки. Мы сделали вот тут вот зону талии. Просто вот ни с чего взяли и сделали. Юлечка, все, тебя отпускаю. Юль, так идет тебе горчичный. Катюш... Я тебе рекомендую. Так, ну у нас дальше продолжаем. А у нас вот Катюша подошла. Это тот самый случай, когда я говорю, можно носить черный жакет именно как вечерний. Почему? Потому что он максимально отлично работает с другим ярким цветом. Во-первых, черный всегда очень выглядит роскошно и торжественно. С чем не сочетай, правильно же? Ну а тут мы еще используем, посмотрите, какой красивый яркий топ, голубой. То есть летом мы куда-то пошли, например, на какую-то вечеринку, мы оделись очень просто. Посмотрите, отдай Катюш жакетик. Мы просто взяли, надели какой-то яркий топ, взяли какие-то брючки, добавили яркий клатч, все, уже готовый вечерний образ. Да, куда-нибудь на вечеринку. Но... А потом похолодало вечером. Ага, вот именно, вот так. И мы надеваем очень красивый жакетик. А теперь мы побежали, Катя, побежали на вечеринку.
И мы остались прекрасны совершенно. При этом нам тепло, комфортно и уютно. Ну а самый важный дек, который хочу показать на Катеньке, наши подплечники. Девочки, я так рада, что подплечники вернулись. Их не было, мне кажется, десятилетия два. Мы скучали. И мы от этого страдали. Вы-то, может, не знаю, скучали, а девочки размер плюс это просто страдали. Потому что нам очень важно структурировать фигуру. Вот здесь должна быть четкая линия, должна быть, значит, отрисованная наша фигура должна быть. Плечики должны быть не рыхлыми, тем более, когда мы используем вязаную ткань. Поэтому подплечнички это обязательно в таких же. Что ты рассказываешь, Наташа? Что ты рассказываешь? Ребята, чего вы слушаете? Главная выгода 1795 рублей. 1795 рублей. Вот что главное, Катя. Да. Конечно, выгода, девочки, это главное. Но самая большая выгода от одежды, это даже не деньги. Это наше настроение, это изменения в нашей жизни. Потому что когда мы правильно с вами одеваемся, какие-то изменения лучше, они идут к нам, просто бегут семимильными шагами. Ну и, конечно, насчет шагов. Обувь, которую мы представляем с вами сейчас, точно так же есть сегодня в наших эфирах. Поэтому смотрим сразу весь образ, выбираем, звоним и заказываем. 83-828, это супер жакет, супер яркий, классный, элегантный жакет. Жакет, который вы сможете приобрести в рамках ярмарки выходного дня по цене всего лишь 2195 рублей. Выгода 1795. Вот такая шикарная выгода за такие шикарные вещи. Итак, друзья, 28 секунд остается для того, чтобы вы успели позвонить. Для того, чтобы мы еще успели расцвести. Конечно, жакет смотрим по спинке, какая узорная вязка красивая. Ой, но самое главное, красота. Девочки, это, конечно, размерный ряд, потому что это жакеты для нас, размера плюс. Начинается от 48-го и заканчивается наш размерный 60-м. А я знаю, секунд, как сложно приобрести 8, большие 7, размеры. 6, 5, 4, 3. Успевайте, друзья. 2, 1 секунда остается. И молодцы. Вы сделали правильный выбор.